Привет-привет. Рад видеть всех, кто сюда только пришел на Pit People поглядеть, и тех, кто смотрел сегодня новостной выпуск с утра. Pit People. Тут даже непонятно, что говорить. Alien Gominid Castle Crasher, совершенно великолепный Battle Block Theater. И вот теперь тактическая стратегия для коопа локального и сетевого и всех, какие только есть. Я чертовски люблю компании, которые сами себя переизобретают постоянно, и Behemoth вообще не устает удивлять. Это чертовски здорово. Я с огромным удовольствием уже какое-то количество в Pit People нагонял. Не хочу вам показывать начало и все прочее, это есть в миллионах вариантов в интернетах, и много кто это стримил. Мы скорее погрузимся немного там уже, когда чуть-чуть пройдено, походим по всяким дополнительным квестам. И вот... Чтобы вы могли оценить безумие того, что здесь происходит, прямо на полную катушку. Да, привет, друзья. Игры безумная годнота, тем более, что здесь тот же самый рассказчик безумный, как и в Battle Block Theater. То есть вот эти все a little bit naughty, это все здесь есть в полном формате. И одна маленькая фишка, для тех, кто играл уже в Pit People, это все вам будет понятно, для тех, кто нет, чтобы вы оценили. Вот смотрите, тут перед тем, как заходишь в игру, первый экран, который ты видишь, вот этот. Под великолепнейшую музычку, то есть тебе показывают зад вот этого какого-то великолепного героя с двумя УЗИ, который летит на чем-то, что на самом деле является летающим жирафом, прикрученным к воздушным шарикам. И это какая-то эпическая, великая картина. Мы видим, что это какой-то страшный и опасный охотник. Но ты его убиваешь в первые, наверное, 15 минут игры. Вот такой вот символ. И чертова Pit People вся такая. Я еще очень-очень сильно сомневался насчет вот этого всего, потому что мне казалось, что это слишком резкий переход от... Ладно, они сделали переход от битэмапа такого 2D-шного к платформеру, можно себе представить. Но чтобы сделать тактическую, черт побери, стратегию, еще и для локального коопа, это мне казалось почти невозможным. Однако получилось, и смотрите, что вышло. А, черт побери, там был гребный турнир. Это тут дальше можно продвинуться чуть-чуть по основному сюжету, чего я не уверен, что стоит делать. Напишите мне в чате, чего вы хотите увидеть чуть-чуть сюжета, или просто мы побродим по миру, повыполняем всякие задания, половим всяких существ. Тут важный есть такой момент. Эта игра усиленно старается казаться стратегией, но на самом деле это покемон на спидах. Вот-вот, как-то так это работает. Так, сейчас. Покажу вам немножко. Вот мой отряд. Он выглядит очень неплохо. Мне кажется, один из основных моментов, в котором ты получаешь удовольствие от игры, это безумное жонглирование всякой хренью, которую ты надеваешь на своих персонажей. И вот, собственно, есть еще всякие ребята, которых я могу поставить. Вот у меня, например, есть наш лекарь. Понимаете, такой вот пироженка, которая лечит кусками себя. Он реально отрывает от себя куски и кидает их в твоих других персонажей, и таким образом они лечатся. Вот у меня есть циклоп с двумя глазами. Ну, потому что почему бы и нет. Это, в принципе, нормальное дело. Так, боевку. Боевки будет дофига, так что это тут большая часть процесса. У меня тут есть грибочек, довольно неплохой. Интересно, я Софию убрал. Да, жалко. Робот Тиклс, шуб-шуб, которого я поймал совсем недавно. Но я думаю, что я пока вот этим отрядом похожу. Так. Тут у каждого персонажа есть... Тут надо сказать сразу, у этой игры чудовищный просто дизайн, реально чудовищный. То есть ты без какого-либо помощи, без вики или каких-то подключения к космосу ни за что не поймешь, что значит вот эти все маленькие иконочки. Совершенно непонятно. Ну вот как-то все равно вливаешься. Так. Куча всякого прекрасного. Да, я думаю, что вот это нам подойдет лучше всего. Я очень долго ходил с самурайской, но... Да... А, или вот. Давайте для удобства вот так сделаем. О, нажми L, пожалуйста.
Да, отлично. Как-то так, короче. Так. Я думаю, что и вот в этой я ходил, возьмем вот, вот эту. Как видите, у моего циклопа, у него такая самая правильная дубинка. Есть еще вот мужичок, которым можно бить, и газдувер. Но мы пока походим с дробовичком, потому что он лучше всего замедляет противников. Что тоже непонятно, как тебе выяснить, если не знать, что все происходит. Да. И тут, естественно, фирменный юмор от бехимов. Этот дробовик называется Incorrect. Ну, потому что держит он его не очень правильно. Ладно, пойдемте погуляем в мир. Итак... Клетки у нас есть. Купим Healing Camp. Значит, смотрите, можно пойти по сюжетной миссии, можно выполнить что-то из необязательного. У нас тут, кстати, должна быть чуть ли не последняя миссия в нашем... да, финальная битва в сражении города Freeware, который сражается с правообладателями. Странная история, но должно быть довольно... неплохо. Давайте вот ее и зафигачим. Чтобы выйти из города, нужно обязательно иметь с собой клетку, какого-то человека, который мог бы ловить других существ, и квест. Все остальное опционально. Поехали. Вот этот жираф, к слову. Итак, вот наш чудесный мир в том виде, который он принял после катастрофы. Мы разъезжаем по миру на вот такой вот повозочке и можем стрелять тактическими боеголовками. Это оглушает местных существ, позволяет свободно передвигаться. В мире очень много всего, то есть можно помимо... Вот у меня есть квест, например, сверху, который я взял. Помимо этого выполнять еще миллион других квестов, который ты найдешь просто по ходу. Монетки! Так, сразу давайте какую-нибудь драку. Мне драться на самом деле ни с кем, в принципе, не нужно. До... до прибытия в зону выполнения квеста. Но мы подеремся. С вот этим, например, чудесным... троллем. Да, интерфейс с непривычки выкашивает. Чистая правда, тут просто безумие. Так. Вот, значит, наши противники. У нас есть Арахнобаба, три вампирессы и тролль. Так, нашего малыша в первую очередь. Ну, собственно, это, как бы странно это ни было, вполне себе пошаговая такая история. Временами даже с очень серьезными элементами. Например, твои персонажи с щитами прикрывают остальных от снарядов, которые летят. Так, этот наш пойдет сюда, лекарь сюда. Вот так. Когда всем приказы вы раздали... Тут более-менее удобные иконки. Можно посмотреть, что у нас будет делать противник. Я буду так аккуратненько подбираться. Тут самая главная интрига прямо сейчас, это кто кого будет кидать. Вот этот чертов волосатик будет раскидывать моих бойцов, или мне удастся здесь инициативу перехватить. Сейчас попробуем. Важный интересный момент. Вы не выбираете, кого атакуют ваши персонажи. Это игра про бред и безумие. Поэтому и такого контроля у вас нет. Персонажи сами будут бить кого-то, кто находится рядом с ними. Да, так, это достреливаешь. Отлично. Вот я надеюсь, что не все организуются вокруг. Нет, пойдем отсюда. Ну, давайте посмотрим.
Вампирок я не очень боюсь, они довольно-таки хилые, хотя и лечатся во время атаки. Думаю, что довольно быстро их разберем. Самая главная проблема здесь вот этот. И попробуем поймать нам Соню. А, черт побери. И вот в этом соревновании, кто будет кого кидать, выигрывает чертовый волосатик. Так, как бы нам максимизировать урон? Взял вот так, и пойдешь отсюда. Вот смотрите, я поставил этот персонаж, например, который сейчас выделен булавкой, точно будет бить волосатика. Стратегия. Мой главный герой нет. Так. Ты отсюда фигач, ничего страшного. Лекаря мы отведем куда-нибудь вот сюда пока. Да, персонаж бьют совершенно автоматом, и ты даже цель для них не выбираешь. Важный момент, если вам удается получить уровень, вы полностью вылечиваетесь. Это во многих боях решает очень сильно. Так, нам нужно все. Что за уровень дает? Просто прирост статов. Так, нам точно нужно завалить волосатик, поэтому будем организовываться вокруг. И опять же, тут очень-очень много всяких мелочей, про которые просто надо знать. Если ты не знаешь, то ну вот и делай, что хочешь. Например, вот ребята, у которых есть какое-то оружие дальнего боя специального класса, типа вот этих УЗИшек, они могут его использовать только если находятся на одну клетку от противника. То есть нужно оставить клеточку между собой и им и дальше фигачить. Так, па-па-па-па-пам, да, сделаем, это все есть, это все меня, в принципе, устраивает, но поставим тебя вот так. Вот теперь, например, все верхние персонажи, мой главный герой, и мой циклоп двуглазый, и баба будут бить волосатика, чего мне и нужно. Механика похожа на Majesty. Да, это есть маленький момент. То есть у тебя, конечно, контроля здесь гораздо больше, чем Majesty, но меня всегда радовали игры, где есть вот такие моменты. Когда ты вроде как все продумал, потом отдаешь приказ, а дальше происходит какой-то ад. Так. Как бы нам... Так, давай вот сюда, чтобы точно волосатик подбить. Не дойду. С большим мы, наверное, займемся вот этой вампиркой. Блин, волосатик живет. Заметьте, что наш капкейк пока лечит всех остальных, поскольку он из себя выдирает куски, он получает урон. Кейк мы поставим вот сюда. Это я. Так, как бы нам теперь тут с волосатиком-то разобраться? И наш парень с узишками почти был. Про дальнобойных расстояние в одну клетку до врага — отличная задумка. Так можно выбрать, кого он будет атаковать. Да, то есть приходится учитывать этот фактор. Плюс ты каждый раз сражаешься на всяких рандомных местах. То есть карта каждый раз простраивается случайным образом, и ландшафт тоже тебе диктует условия. То есть тут может быть какие-нибудь вот битвы, вот, например, здесь, если бы я как-нибудь вот так встал, пришлось бы обходить, то есть те же самые bottlenecks здесь отлично устраиваются. Есть сражения, в которых там есть коли или какая-нибудь ядовитая хрень на полу, это тоже приходится учитывать. И ты особенно радуешься, если твой какой-нибудь вот этот мужик, типа моего циклопа, который может кидать, выкидывает противника прямо на колье. Это музыка из игры, и музыка здесь просто восхитительная. Это какая-то фантастика, она ужасно заедает в голове, потом ничего нельзя делать. Особенно из... А, нет, подожди, подожди. Так, сейчас я отдам
приказы, та-та-та-та-там. Пойду вот сюда, просто для того, чтобы прикрыть немножко моего вот этого парня. Ему поплохеет скоро. Нет. Это когда персонаж промазывает, у него повисает вот такая капелька. Я попробую сейчас еще сорганизовать так, чтобы у нас... Не-не, все нормально. Игра от создателей Castle Crashers. Да, но не только Castle Crashers. И Battle Block Theater, и Alien Gominid. Вот эта вся доброта прямо здесь. Так, большой парень сюда, ты сюда. Лекаря ведем к другому отряду. Должно быть, в принципе, неплохо. Хотя моя пипи-стрела сейчас действовать не будет. Давай! Зараза! Эти тролли, Рокки, они мало того, что чертовски жирные, они еще мощные, как не знаю, что и лечатся постоянно. 15. Вот мы сейчас... лечиться вне города можно только если у тебя есть специальные костры. Вот мы сейчас придем к выполнению квеста, очень сложного, к серьезной драке. Все покоцаны, будет прямо хорошо. Так. Попробуем вот здесь нашим главным героем добить вампирку. А большой малыш пусть у нас идет валить гребного тролля. Он немножко надоел. При этом попробуем оставить в живых Нарахнабабу, чтобы ее поймать. У нас в коллекции нет еще. Молодец. Ну, мы совершенно бесполезны, когда здесь пришли. Самое смешное, что Нарахнабабу попал в свою собственную паутину. Молодец, так держать. Так, ты давай, сейчас. Ты нам здесь не очень нужен, дружище. Так, сейчас здесь, так, отлично. Хватит бить моего лекаря. Ну, сейчас уже будет Swift Alabama Justice. Да. Видите, тут еще в зависимости от положения моего лекаря показывается, кого он будет лечить этим сердечком. Тоже есть такой момент. Я бы, наверное, подлечил вот так вот. А, нет, он пойдет через затравленную жижу. Это я не очень хорошо придумал. А теперь, собственно, смотрите, как работает механика с покемонами. Вот у меня есть персонаж с сетью. У меня есть клетка свободная. Теперь, когда остался один единственный персонаж, я могу его зарекрутировать. Работает это вот так. Вот правильные HR-технологии. Спайдаур. Да. Тут прекрасные совершенно картиночки в энциклопедии. Да, игра новая, она вышла вот буквально... вернее как, там довольно долгая история с ранним доступом. Вот спокойно мне можно играть с прошлой недели. Плюс, тут есть такой момент довольно классный. То, что эта игра мало того, что позволяет, она еще всячески подталкивает. Ух ты! А, ну это циклоп просто такой красивенький. Она всячески тебя подталкивает к тому, чтобы ты играл вместе с друзьями. Или против друзей, что тоже совершенно нормально. Мы, например, с
к вот этому месту, с которого я вас запустил. Так, забросим трофеи в город. Я к этому месту дошел с девушкой, просто в локальном мультиплеере на сплитскрине. И у каждого тогда получается свой отряд. Нет, я не уничтожаю их выстрелами, я просто их вырубаю немножко, чтобы они на меня не наезжали. Если вы играете вдвоем, то один человек сидит на пушке, а другой на руле. Сейчас нам лишние драки вообще не нужны. Я думаю, что нам придется немножко подлечиться. Видите, у нас есть костерок, потому что мы не можем идти в финальную битву вот в таком состоянии. Один из гэгов игры заключается в том, что у тебя в команде есть София, девушка-испанский конквистадор. И она, соответственно, радостно объявляет все земли, в которые ты приезжаешь, собственностью Испании. И появляется изначально на испанском корабле. И вот так ты путешествуешь по миру, выполняешь нелепые задания, растишь своих зарекрутированных существ в боях, потом сражаешься на арене. О боже, какой классный капкейчик. Да. При этом в игре безумное количество контента уже сейчас, а она до сих пор в раннем доступе. Так, блин, как далеко-то этот город... Мне казалось, что он был ближе. А, я вспомнил, в чем история. Тут у тебя с некоторой периодичностью просто меняется место расположения города, твоей базы. Потому что рассказчику кажется, что слишком скучно. Феечки чертовые, они взрывают все. Еще это у нее крылья с вентиляторами. У меня таких нет. Феечку, кстати, было бы неплохо поймать. Я думаю, я постараюсь это сделать, когда будем возвращаться с задания. Да, да, тут надо рассказать, мы должны были вроде бы как привести великого командира, ветерана предыдущей войны, генерала Капкейка. Но мы его убили, нечаянно, у меня с собой клетки не было, чтобы его уговорить. Поэтому у меня был выбор только его как бы увести с собой или закопать его. Мне пришлось выбрать второе. Поэтому с лидером у нас будут проблемы. Тут очень много еще политических шуточек, потому что, естественно, вот эти пираты, которые сражаются за свободу, это еще и американцы, а правообладатели — это британцы, и у них цвета соответствующие, синий и красный. Ну и тут всякие вот шуточки про то, что вот им не нужны лидеры, у них есть свои планы, план, естественно, будет идиотский. Вот женщина недовольна своим мужиком, все по правде. А план «Let's smash things», мне кажется, довольно рациональным, должно работать. Роботы-британцы. Короче, наши вот эти борцы за свободу будут защищать город, а мы будем атаковать некую фабрику. Verily. Одно из самых идиотских слов в английском языке. Диалоги тут потрясающие. King Dual Core. Да, это игра от создателей Battle Block Theater. General Custard. А, мы убили его. Да, там показывали еще одноглазого циклопа, который у меня в моей команде. Мы с ним соединены... Мы с ним соединили души. Это нет, это наоборот проявление братской любви. Самая мужская вещь, которую ты можешь сделать. Блин, как туда проехать-то? Арр, пиратики. Б.
Блин, а как тут проехать-то? Зомби-водолазы. Монетки! Уи! The Temple of Bloom, черт побери, потрясающе. Ну вот, всем понятно, я думаю, что это Temple of Doom. Но вот здесь это, понимаете, храм цветения. О-о-о. Так, все это на материнской плате. А, переводить. Да-да, буду. Хорошо. Отлично, еще гномы. Те еще засранцы. Они настолько ленивые, что только на летающих стульях перемещаются. Эта игра примерно такая же, как другие игры, только немного хуже. Пишет нам жираф. А? Тебе в любой момент вторым игроком можно присоединиться. Другой игрок? Да. Вторым. Да. Окей. Так, давайте прорвемся через стражу и начнем валить роботов. Ну, я думаю, только вне боя. Итак, нам игра показывает, намекает, что нам нужно развалить ворота. Либо здесь, либо здесь. О, черт побери. Это будет непросто. По 6 роботов в каждой станции. У них еще свои циклопы. Да. Я еще ни разу не проигрывал здесь сюжетное задание. Ну, для всего есть время в первый раз. Ой-ой-ой-ой. Черт побери, а ворота совсем хилые, могли бы через них прорваться. Да, стёб над британцами, естественно. Look lively. Короче, оживились ребята, на нас нападают. Вырубите режим сна. О нет, я понял, как это будет происходить. О нет, еще роботы будут вызывать других роботов, да вы охренели. Так. Довольно бесполезный для нас ход. Gobsmacked. Не понимаю, что происходит. Они прорвались через ворота. У вот этих роботов есть такая способность довольно мерзкая. Они, когда, опять же, как вот наш парень с УЗИ, стреляют через кого-то, они... наносят урон сразу всем, как цепная молния из героев. Сейчас надо подумать. Нашего большого оставим здесь. Но попробуем сконцентрироваться на вот этом парне. И нужно чуть-чуть рассредоточиться, потому что иначе нас будут постоянно бить гребные молнии. Передвигаемся сюда. Федя, я тут решил в ДНД поиграть и записался на игру, правда, онлайн. В ВДК мало игроков. Дай советиков, плюс расскажи про какие-нибудь нелепые ситуации, которых стоит избегать. Сейчас расскажу. Тут правильное слово про... Очень хороший вариант провали розеток.
качестве унижения, которое тут можно предложить для роботов. Да, вали этих чертовых, блин, тостеров. Так, наш большой здесь. А что по поводу советов для ДНД? По поводу советов для ДНД. На самом деле, тут самое главное — найти себе хорошего мастера и хорошую группу, а дальше там абсолютно не важно даже, какая редакция будет, какой мир. Ты по прямо по Dungeons and Dragons, там типа какая-нибудь пятая, четвертая редакция или что? Какой сеттинг? Там от этого очень многое зависит. Я понял, что ты собираешься играть онлайн. А это абсолютно не важно. Чип-чип-чирио, чипсет инсталл. Они готовы драться, да, до последнего. Сейчас, нам бы... Как бы это сделать? Надо бы, по идее, добраться до вот этого парня, но вот этих больших ребят игнорировать тоже довольно-таки сложно. Они, правда, довольно медлительные. Можно было бы этим воспользоваться. И пока суд до дела, сбегать, разобраться... Лучший совет ДНД – старайся завести мастера в тупик своими действиями. Нет, нет, ни в коем случае. Как человек, который еще очень много мастерил, не надо так делать. У меня друг постоянно рассказывает классную историю про то, как они играли в ДНД. О, Ravenloft, черт побери. Это замечательный выбор. Может быть, не самый простой для первого раза. Но сеттинг потрясающий, я уверен, что ты кучу удовольствия получишь. Совет: просто доверяй другим игрокам, доверяй мастеру и получай удовольствие. Так вот, у меня друг постоянно рассказывает про то, как он играл в D&D. Да. И, в общем, у них помирает гном. И единственное решение, которое он решил принять, это быстро махать щитами и взлететь. Ну, это классическое, знакомый многим анекдот. Да. И, в общем, они взлетел. Кидали кубики, да, и он взлетел. Ну, тут словесские темы хороши, что там очень много ситуаций, которые тяжело представить в компьютерных играх. Просто потому, что они допускают все, очень что много угодно. Трогов. Да, да, то есть все ограничено происходящее просто фантазии игроков или вашего мастера. Люди опять по Васиной указке играют в дичь. Вообще-то я сам вызывался в Pit People, это восхитительная игра. Только у нас что-то, мы что-то начинаем тут болеть немножко. Попробуем. А ты, блин, можешь сам активировать вот эти вот штуки или вырубать их? Да, могу, но тогда будет выходить еще больше этих чуваков. Не то чтобы мне это было очень нужно. Может, тут есть какой-то чит, которого ты не знаешь? Почему тебе предлагают нажать на F1? Это помощь. Мы не пользуемся помощью. Так, ты оставайся здесь. Я искренне надеюсь, что он будет стрелять именно в большого парня, а не вот в это все. Капкейк вечно недоволен. Ну, что поделать. Мы должны спасти свободные города. Отлично. Роботов становится многовато, я бы так сказал. От мастера зависит, некоторые в своей игре не приемлют нелогичности типа взлета на щитах. Да, да, это... Ну вот там тоже было принято, что это нелогично, но при этом типа дали кинуть кубики. Ну нет, это мастер просто как бы согласился. При попадании 12 это далеко не всегда происходит. А, то есть мастер мог просто не согласиться. Да, мастер мог сказать: ты чё, гномы не летают. Mm-hmm. И как бы все на этом бы закончилось. Так, попробуем нашего лекаря. Блин. Мне кажется, тебе здесь нужно продвигаться к какому-то основному боссу, которого ты убьешь, и все пропадет. Ну, мне нужно убить, собственно, вот этих мастеров и вот этих больших парней. Они как основные цели. Я поэтому роботов даже не буду трогать. Искренне надеюсь, что вот этот упадет довольно скоро. Ну, судя по его здоровью, да. Можно просто большинство оставить на своих же местах? Персонаж, да, я так и делаю. Например, видишь, просто завершаешь ход. Да. Что ты делаешь? А-а-а! Я, видимо, не тот приказ отдал. Она сходила туда и пошла обратно. Пипец, я должен был ее убить в этот раз. По-моему, эти роботы улучшились. Нет, их просто стало дофига.
Единственное, что радует, это то, что когда роботы бьют своей шаровой молнией, они бьют все. То есть и своих, и чужих. Это несколько радует. Сейчас попробуем нашей... нет, не туда. Сюда. Забанили навсегда в GTA 5. Никогда не узнал ни читы, ни моды. Что же теперь делать? Ждать амнистии. Вполне возможно, что, может быть, Rockstar совершили ошибку. Можно попробовать им еще на эту тему написать. Вдруг они согласятся. Да, это, в принципе, работает время от времени. Да. Да, и попробуем вот так. Кандидат в номинанты на лучший саундтрек года. Я согласен, на самом деле. Это настолько потрясающе, настолько хорошо работает. И я выяснил, что под саундтрек к Pit People восхитительно работает. То есть ты просто запускаешь игру, не играешь в нее, блин, просто слушаешь. Смотреть. Ну, нет, я подборочки езжу всякие. Вот этот робот здесь вообще не к месту встал. Я теперь не буду нифига попадать, в смысле то, что будет шанс, что я буду по роботу попадать, а не туда, куда мне надо. Так. Вася, Resident 7 прошел. Так вчера же прошли до конца. Вы читаете комменты из ВК? Да, читаем. Начнем потихоньку продвигаться к вот этому еще мужичку. Да, я писал, отмечают шаблонными, с обжженными шаблонными сообщениями. Сначала забанили на месяц, а потом второй раз навсегда. Очень-очень странно. Ну, бывает, бывает. Может, все-таки вам кто-нибудь ответит или попробуйте написать там, не знаю, в какой-нибудь другой раздел. Вася, кто на стрим проходит Darkest Dungeon? Друзья, я с ума сойду. Я очень люблю Darkest Dungeon. Там есть свой минус, как у многих таких рогаликов, что ты через какое-то время начинаешь чувствовать просто бессмысленность своего существования. Ну, то есть, что ты как бы просто занимаешься какой-то такой прохождением ради прохождения. Но игра восхитительная. Так, я искренне надеюсь, что этого будет достаточно, чтобы добить нашего... Откуда у тебя такой классный меч? Какой? Вот такой? Да. Я вынул его из единорогов, не спрашивай откуда. А тебя мой щит не смущает? А зонтик тоже, да? Из единорогов. Нет, зонтик я где-то в другом месте. Вот тут парень с отверткой, понимаете ли. Вот с гаечным ключом, с диском. Тут Михаил Морозов из ВК спрашивает, какие инди-игры вы бы посоветовали. Вот, например, который сейчас стримим. Слушай, тут прошлый год был потрясающим для инди-игр. Огромное количество. Долче скажи, какой жанр тебе нравится? Да. И как бы тут будет немножко проще, потому что... А так вообще Inside, я думаю, обязательно к прохождению. Вот Pit People тоже замечательная игра, как видите, сейчас играем. И вот Феде очень нравится. Да и вообще, на мой взгляд, очень классная рисовка. Она старая, добрая. Это как из Battle Block Theater. Боже, лучше вам Федор скажет, как она называется. Ну, в общем, вы поняли. Castle Crashers тоже офигительно. Это от тех же разработчиков, той же рисовки. Мой капкейк присядет. Капкейк? Да. У тебя есть капкейк? Да, он, это мой лекарь капкейк. Почему ты им со мной не поделился? Вот он здесь на экране. Угу, понятно. Фьюри, да, прекрасный вариант. Если вам хочется хардкора, да, и... причем такого хорошего, не бессмысленного. Так, я вроде бы все цели уничтожил, которые нужно было именно как цели. Посмотрим, спасет ли это нас. Так, мы уничтожили защиту. Ага, теперь они больше роботов не пробудят. Теперь нам нужно только вырубить всех, кто остался. Блин! Ну они вроде это, легкие по уничтожению, у них здоровья же вроде мало. Здоровья не очень много, но они очень много урона наносят. Прямо много. Ну, давай так, чтобы бить сразу по двоим. Это, к сожалению, не совсем так работает. Сейчас попробуем. Кстати, у меня был установлен Nexus Mod Manager, но я его не использовал для GTA. Могли забанить только за то, что он установлен не на компе, да, вполне. Они же определяют те программы, которые у вас дополнительно запущены и которые могут повлиять на игру. Nuclear Throne, ну, кстати, да, прекрасная игра. Ну, вот Enter the Gungeon и Nuclear Throne великолепно идут в связке. Это прямо то, что нужно.
Ты можешь на секундочку взять контроль? Давай. Я прямо сейчас вернусь. Мне просто могут звонить из посольства. Я сейчас расскажу про эту холодную былину. Ты аккуратней. Я выключил микрофон тебе, Федор. Давай я тебя подниму. Подменю. О боже. This is the Police, кстати, да. Тоже совершенно замечательная игра. Так, я, конечно, Федора-то, может быть, и подменю, но я ж не знаю. Так, а как тут завершить ход? Пробел. Отлично. Так. Я понимаю, да. Хорошо, окей. Ну, я думаю, что если тебе прям очень срочно нужно, я думаю, можно тебя отпустить. Уверен? Это очень важно, мне кажется. Да. Ну, в смысле, поездка в канадское посольство. У меня еще полчасика есть. Угу, окей, ладно. Хорошо. Так, давайте сейчас просто сделаем вот так вот. И Федор, я думаю, просто сядет рядышком. Я вернулся. Надеюсь, что меня слышно. Я вроде бы. Ты просто меня так оставил, такой типа, ну и поиграй. А я такой, а управление? А, ну управление. А что, куда? Сейчас они тебя что-то окружили, смотри-ка, у нас проблема. Так. Так, я подожди. На колесико переключать персонажей. Я понял, да. Смотри, вот этого оставь, где он есть, потому что он сейчас может стрелять по ним всем через клеточку. Окей. На колесико. Этот у тебя в блоке, он не может ходить. Нет, ты... Оставь, не делай. Так, окей, хорошо. Да, этого введи вот сюда, чтобы он ударил. Короче, нам... Нужно их добивать, я да, понял. Да, ну смотри, вот, например, так, самый покосный вот здесь. Так, вот это тоже ближний вот бой. Дама, ну вот тогда сюда. Ты не хочешь, ну, например, все, большого парня думаю. Сосредоточить вот на этом, чтобы он точно его ударил? Потому что он тебя сейчас будет выбирать между вот этими двумя. Ну так и пускай. Ну окей, хорошо. А лекарь что? Вот а лекаря завалили? Лекаря, видимо, все, да. О, норм. Я вижу тебя. Норм. А я тут при чем? Ты уже... Я стою, когда я уходил, лекарь был. Ты на тот момент сделал все ходы. Я просто завершил ход. Рассказывай, все да. Поменял, небось. Ага. Слушайте, ага. Хладная былина про визовое посольство. Тут такая история, что мне завтра в 7 утра нужно улетать в Канаду на мероприятие от Ubisoft, про которое мы потом будем рассказывать, и Вася вам, думаю, много расскажет. Обязательно, да. Но, да вот, момент 5 минут назад, не было понятно, дадут ли мне визу, вернее, успеют ли мне ее вклеить в паспорт. Ну и вот сейчас, судя по всему, мы все-таки успеем. Я прямо после стрима или со стрима поеду на такси в визовый центр паспорт забирать. Пришел Вася, выключил музон. Ну, я просто тут это поднастроил немножко, простите. Вот сюда. Ниже, нет. Так вот она, он добьет. Разница-то. Ну, ладно, хорошо. Смотри, оп, говорил же. Все. А ты тут что-то беспокоился. Они телепортируются. Окей. Так. Да, к верхнему пускай он его добьет. Нет. Пускай, нормально. Все нормально будет. Все вам нормально, очень отвечаю. Очень легко играть на чужих сохранениях, да, Василий? Отвечаю, все нормально будет. Подписался сегодня на год на игроманию. Ва-ха-ха-ха. Так, это должно было положить Dent? Put a Dent, в смысле то, что это игра слов. Это типа поцарапать, mm-hmm. Ну, что как бросить, знаешь... Короче, это должно было уничтожить армию противника. Помешать им. Помешать. Да, это как бросать гаечный ключ в машину. Mm-hmm. Окей, ладно. Ну, типа, все? Да. Мы, типа, разобрались. А смотрите, у нас обратите внимание, как все завалено было кишками, кровищей и вот этим. Это тоже Battle Block Theater. Подписался сегодня на год на игроманию. Поздравляю вас. Удачного полета тебе. Арик 100-422 желает. Спасибо большое. Мне лететь придется довольно далеко через Франкфурт. Там, типа, часов 9 в общей сложности. С пересадками даже. Да. Надо все-таки тоже как-нибудь куда-нибудь летать. Так, ты не хочешь вот сейчас попробовать? Я хочу, да, попробовать подрубить. Я ставлю на тебе управление на клавиатуре, раз уж ты с ним разобрался. Так, значит... Что, на брудершафт? Поиграем на брудершафт. Да. Так, подожди. Как мне подрубиться, давай? Или нам выйти придется? Нет, ты вроде просто можешь на... Давай сейчас еще раз попробую подрубить. Хорошо, возможно, я смогу это сделать только из города. Или из меню. Да, или из... Ну, пойдем, сохранимся, короче, в городе. Да, сейчас, это у нас вторая часть задания еще. Вторая часть задания? Да. А ты, типа, сейчас не можешь вернуться в город? Mm. Ждем хорошего материала, пишет Борода. Нет, это зря. В смысле?
смысле зря. То есть мы тебя посылаем туда для того, чтобы ты выпустил очень плохой материал. Мне кажется, у них битва не очень пошла. Да, учитывая, что ты хилла, так и не это. Мне кажется, их сейчас вот всех разберут очень быстро. Обратите внимание на войска роботов в британских шапках. I love the smell of oppression in the morning. Это я люблю запах напалма ранним утром. Вот я люблю запах, понимаете, угнетения. Это еще один канал. Дубролукс, здравствуйте. Это достаточно старый уже канал. Это канал Игромания Лайф. Подождите. За короля и страну убегаем. Это канал Игромания вживую, на котором у нас изначально просто хранились все записи стримов. И вот недавно мы решили, что... Они реально сваливают. Но они сказали, что они сваливают, они сваливают. Паукан же прикольный, смотри-ка. Оп. Вот же, кстати, если мы здесь умрем, мы вернемся в город, но потеряем весь лут нашего пойманного. А, нет, паукана мы успели вернуть. Ну, то есть то, что я тебе сказал, может, сейчас вернемся в город? А это нельзя было сделать, мы посреди квеста не можем этого делать, он точно так же будет не выполнен. Ну, у нас же лут. А как нам похилить? Ну, как бы нам же хила надо как-то еще вернуть. Никак, только в городе уже. У нас могла быть штучка с собой, что-то не догадался ее купить и решил, что все будет полегче. Чтобы резать. Да, да. Мне кажется, нам хана. Было бы хорошо, если бы у меня было побольше ребят на дальний бой. Они здоровье хотя бы восстановили? Совсем чуть-чуть. Mm-hmm. А ребята, как бы ты просто изначально в городе, да, выбирал их? Вот те, которые у меня? Да. У тебя есть главный герой Горацио, в котором ты играешь. Он фермер, который выращивает чернику. Mm-hmm. Вот, и чернику использует в качестве дезодоранта. Это mm-hmm. очень важная информация. Очень вот. Важно. И значит, у тебя убивают твоего сына и твою семью. И ты начинаешь путешествие, находишь вот эту прекрасную даму, которая принцесса, и еще Йозефа циклопа, полуциклопа, с которым ты соединяешься душой, вот, а все остальные, это как бы кого возьмешь. Понятно. Эта музыка просто оргазм для ушей ВКонтакте пишет. Что за игра? Pit People игра называется, она от разработчиков Castle Crash. Да, Castle Crash, Battleborg Feeder и Alien Dominion. Я нашел себе учителя по английскому, замечательно. Язык мой, враг мой. Она в ВК? Нет, она в стиме. Да, музыка просто прекрасная. Слушай, надо накачать саундтреков на эту игру и запустить тех игроманию, мне кажется. Вот Дим про то же самое говорил. Да. Блин, косой мазил, Йозеф! Я понимаю, ну, конечно, есть трудности. Он полуциклоп, у него один глаз, но маска с отверстиями для глаз не в тех местах. Его откинуло, да? Да. Замечательно. Ну, тут, мне кажется, мы трупы. Мы еще надо было забить на квест, мне кажется, и вернуться все-таки в город. Нет, нет, нет! Давайте сливаться по полной. Кровище отключается в опциях, спрашиваю. Я вообще не видел, кстати. Ну, зная этих разработчиков, я очень сильно сомневаюсь. Ой-ой-ой-ой-ой. Прощайся с ними. Нет-нет, еще есть надежда на то, что мне удастся где-нибудь качнуться кем-то из персонажей, и они в таком случае получат буст. Mm-hmm. Так, это значит у нас застанено. А где ты пишется, какой левел? А, вот, да, там уже двое практически апнулись у тебя. Но тебе для этого же нужно кого-то убить, я правильно понимаю? Да, сейчас будет. Сейчас будет. Вот, например. Блин, как он выжил! Минус один. Кстати, да. Принцесса... Это последняя цепочка в квесте, я надеюсь? Да. Я думаю. Я думаю, тебе его нужно оставить на месте. Нет, он пойдет вот этому убивать. То есть мы будем каждый, любой шанс на прокачку. Слушай, ну тяжких ты вот ребят со щитами, мне кажется, ты не убьешь. Подожди, а вместо щита у твоего вот этого вот циклопа с маской у него сетка, чтобы можно было ловить существ. Mm-hmm. Он просто не мог бы взять все щита в любом случае. Блин, а почему мой не откидывает? Там шанс небольшой, типа 20% стоит произойдет. А, ну 20% это прям для себя, да. Понимаешь, вот эти вот шансы, типа 20-30%. Мне кажется, у врага 120% шанс откинуть твоего. Так, так, спокойно, без паники. У нас есть УЗИ.
Вы правда не умеете из них стрелять, судя по точности попаданий. Да. Давай, нас кидают помидорами, нет! Может, ты можешь как-то тех людей призвать, которые там? Устыдить их? Не, я думаю, что если вот я... Я думаю, что если ты включишь музыку... Слушай, зная сценаристов этой игры, они выйдут, но когда я уже всех убью, и такие будут типа, о-хо-хо, какие мы молодцы. Молодец, именно кого, кого надо. У всех началась массовая истерия за предложение ограничить Dota. Вот мне интересно, насколько уровень образованности подскочит. Ну, уровень образованности мне как бы... Кажется, я думаю, что не связано. Подскочит, учитывая, что люди как бы все равно будут находить то, что им поиграть, то, чем им занять время, то, которое они раньше тратили на Dota. Что-то он не полностью, по-моему, здоровье восстановился. Еще? Король Дуалкор, значит, прибыл. У тебя есть колени, используй их. Так, я думаю, что нам нужно будет короля завалить, и все будет хорошо. Мне кажется, нет. Так, так, не нарушай мой оптимизм. Что? Оптимизм? Нам точно нужно завалить вот этих засранцев, потому что если мы их не завалим, они будут постоянно лечить гребных роботов. А спрашивают, а можете рассказать попроще про Inside? Ну, это платформер от создателей Limbo. Limbo. И что-то они еще, по-моему, сделали. К сожалению, невозможно рассказывать про Inside без спойлеров. А нам спойлеров бы не хотелось, поэтому просто попробуйте. Проиграйте эту игру, попробуйте. Это платформер с небольшим количеством загадок. Достаточно не очень сложными загадками, если честно, по сравнению с Limbo. Вот, но он достаточно интересен, красивый, и я думаю, вам должен понравиться. Вот, понимаешь, именно когда тебе нужно убить персонажа, вот тогда он его откидывает. Позер, что еще говорить? Да. Так, скуп. Да, черт побери. А что вот начал у тебя улитка? Там вот на персонаже? Нет, не улитка, ты когда походил вон тем вот с большим твоим, да. У него, нет, не большим, тем, который стреляет, вот на вот этом появился зонтик. Вот, он от него просто с такого расстояния не стреляет. Ну, то есть это показывает, что бесполезно. Это признание собственной бесполезности. Мы же знаем, как легко обойти возрастной ограничитель на взрослых сайтах. И в чем будет проблема с обходом ограничения в Доте? Это как раз Роскомнадзор ограничил доступ к трекерам. Ну, мне кажется, что тут просто отношение родителей, скорее, многих будет другое. То, что, типа, ну, игра 18+. Значит, своего ребенка, возможно, нужно ограничить. Единственное, что не все так сделают, ну, зная, как у нас дела обстоят с возрастными ограничениями на игры. Ну, а то вот так. Слушайте, если мы прорвемся через эту драку и как-то выживем, я буду просто в шоке. Но у нас есть шанс, если наш главный герой подлечится, получив уровень. Он уже, по-моему, один раз получал уровень, но что-то не подлечился. Ждете Empire, новую игру от создателя Transistor. Да. Она, причем, что интересно, она еще более... Это тоже вариант студии, которая экспериментирует с форматами, да. Она должна быть довольно-таки странной. Там про спорт. То есть это симулятор спорта такой довольно странный. Ну, посмотрим, что получится. Да. Пожалуйста, пожалуйста, не умирай. Держись. Держись. Так. Сейчас попробуем короля зафигачить. А твоего дальнобойного тоже что любили? Нет, или он не... внизу. А-а-а. Но он близок. У него это улиточка, он медленнее ходить. Да. Нет, ближе ходить только может. Так, одного почти завалили. Половина родителей не в курсе, что творится в компьютере или приставке ребенка. Это да, это да. Пожалуйста, пожалуйста, держись, держись. Он должен короля добить, мне кажется. Сейчас. Да, тут... Тут должно выйти. А, нет, не так. Давай вот так. Ты давай вот сюда. Дай ему бесполезно сюда прийти. Ладно.
Держись, 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 держись. У него там... Он приуныл, конечно, чуть-чуть. Совсем чуть-чуть здоровья. Так, попробуем сделать рывок и завалить, да. Возможно, это действительно нужно. Думаешь, что это спасет тебя? Думаю. Привет, проколотый попок, привет. Король, значит, отбросил свои королевские копыта. Но нет, это их не остановило. Пожалуйста, пожалуйста, держись, держись, держись. Так, в принципе... Почему они еще живы, боже? Потому что мы очень красивые, как говорили в светличке. Привет, привет. Ну, сейчас, мне кажется, вот эти двое все-таки лягут. Нет. Так, значит, сейчас делаем такую штуку. Ты отходишь сюда. Ты отходишь вот сюда. Попробуем снять робота, заодно от наших покоцанных отведем чуть-чуть в сторону. У тебя много очков движения, что ли? Да. Воу. Так, все, теперь выглядит... А у тебя уровень сохраняется, да? Типа? Он растет. Растет. Видишь, 32 теперь. Угу. Все, можно как бы возвращаться и делать дела. Да ты, я смотрю, стратег. С легкой издевкой сказал Василий. Да. О, мы этого можем поймать. Но нужно ли нам это? Думаю, нет. Ой, это что такое? А, его это, можно поймать? Да, можно поймать как питомца. Специальная билка. Но, какая-то. Это удобство, у тебя была свободная сетка и человек сетью. Вот, конечно, сейчас они выйдут. Гребаные засранцы. Да, смерть тиранам. Да здравствуют заключенные. А, ну, не заключенные, в данном случае это призывники. Везде огонь. А может, знаете, как пользоваться огнетушителем? Да. Не я. Это машины всегда это делали. Ну, удачи, говорит. Удачи. Ну, типа, до свидули. У вас тут все горит, до свидули. Ну и наш циклоп получает больше всего очков, как самый главный боец. А обратите внимание, что у меня в партии только 5 бойцов, где их может быть 6, но если ты берешь себе циклопа, он занимает сразу 2 слота. С троллем примерно то же самое. Странно, почему здесь этого не показывается, ну да ладно. Это в городе пока. Ну, тут вообще проблемы с интерфейсом. О! Стрелки могут стрелять со спины. Как же круто. У этих... Блин, а у нас все занято. У нас... Отстой. Я тебе говорил, вернись. Но, кстати, вот именно просто сбросить трофей можно было. Ладно, я вернусь сейчас сюда. Сейчас при... И поехал, главное, неисследованной дорогой. Вот, ну, как все бы... нормально. Все нормально. Монетки. Ты что-то тут все плохо. Я так подозреваю, что если ты к этому подъедешь, то тебя там это... Да, у меня не очень хорошо сейчас все. Жена не разрешает ваш постер из игромании в квартире клеить наклеечки на холодильник. Скажите, пожалуйста, как намекнуть жене, чтобы она свалила на стол? Ну, ты сам ответил на свой вопрос. Друзья, я думаю, с женой не нужно ссориться. Вот что я хочу сказать. Просто у Василия богатый опыт. Блин, это реально другой конец мира. Сколько можно... Мне кажется, всегда можно найти компромисс, всегда можно прийти к компромиссу. Ты собирался скинуть то, что у тебя да, есть? Да, я пытаюсь ехать домой. Не похоже. Зря. Ведь я же действительно еду домой. Блин, еще промазал. Молчи. Боже. А вот этот квест дает, кстати, какой-то. Но мы его сейчас брать не будем, конечно же. Потому что... Так, скинули вот это все. Поехали забирать... То, что осталось. Музяка классная такая, прям на путешествие. Да. Путешествие. Ну это вестерн, понимаешь? Нет, нет! Тебе нужно прям с ним на одну клетку стать, я так подозреваю. Чтобы он напал? Да. Не, достаточно, чтобы он тебя коснул, ну то есть прикосновение. Да. По воде что происходит? Ты не можешь по ней передвигаться? Нет, по воде не могу. О, квест, блин. Нет, ну ему нужно просто помочь добраться до какого-то... Не, извини, дружище.
как-нибудь потом. Мы куда-то забрались, хрен знает куда, по-моему, это не было. Тебе нужно забрать вещи ниже, да, и знаю, правее. Я... Ты уверен, что ниже? Да. Вот теперь просто вправо и двигайся. Ой, тебе дали деньгу просто за то, что ты рядом с ним проехал, типа? По-моему, это он, наоборот, стырил мне деньгу. То, нет ли русской локал в игре? Локализации на данный момент нету, но это ранний доступ. Хотя, зная разработчиков, вполне возможно, что и не будет. Castle Crashers, по-моему, так в итоге не перевели. И Block Titter. По-моему, тоже нет. Тоже нет. Не уверен. Надо посмотреть. Хотя нет, Battle Block, по-моему, там есть перевод. Надо посмотреть. Что это за штуки такие? Тут, кстати, есть в этом мире что-то вроде, понимаете, советской России с медведями и чуваками в шапках со звездами. Mm-hmm. Вот тут у нас тут украшение ландшафта такое есть в виде огромной убитой твари. Ну, потому что это важно добавлять уют в места своего обитания. Когда же домой приедем, Вася? Не знаю, у тебя узнать нужно. Ты домой едешь, не я. Ты какими-то очень странными, опасными путями постоянно проезжаешь. Я можно просто... было снизу проехать, как бы. А почему у тебя такой провод торчит? А потому что у нас город на резиночке. Что? Не спрашивай. Значит, смотрите, вы когда в город сгоняли, вы получаете всякий лут. И можно его посмотреть прямо здесь. Это разное оружие. О, Лона Миза, вернее, в качестве щита. Король джунглей, понимаете ли. Terrible Death, Treble Death. Отлично. Так. Ого, какая-то новая лазерная пушечка. Energy Mo. Battle Block Titter были русские субтитры. Ну, да, кстати, русские субтитры, по-моему, там и вправду были. Prevail of Death. Free update install from sea to shining. Так, в общем, смотри, я к что тебе хотел показать. Ну, вот давай. Здесь как раз показывают, героя, вижу, показывают, да, твою партию, и ты можешь, в принципе, сделать партию с 6 человек. То есть, например, если я поменяю нашу вот эту партию. Вот вижу, она у тебя заблокирована, да. Да. То есть я могу поставить, например, Софию, тогда я смогу поставить еще там кого-то нашего. Нет, у меня был робот Тиклс, мой боевой 11 уровня. У Софии ей хорошо видно. Я вижу, и вот, да, мы она прекрасно взяли Соню. Все видит. Как мы выяснили из недавней подсказки, и непонятно, как это можно было бы выяснить другим образом, на вот этих арахнобаб можно сажать сверху стрелков. То есть они могут... Ну, посади тогда своего. Ну, это в бою, очевидно. А в бою? Да. Не. Но Swiftly, циклоп мой 33 уровня, он, понимаешь, решает. Давайте посмотрим, что тут нового появилось. Любого, кстати, персонажа можно сделать героем. Угу. А что это дает? Это дает всякий прирост к навыкам. Например, сейчас, если я уберу у него героя, он не сможет носить все, что на нем надето, потому что слишком большой вес, урон, mm-hmm, видите, сразу падает, длина его хода сразу упала, а герой сразу все лучше. Mm-hmm. Так, и у нас появилась куча всякого нового прекрасного... Бородаусы, давай, нам нужна борода. Ну, смотрите, Горацио вообще выглядит изначально вот так. Да, ставь, вот просто, я не знаю, зачем ты поменял. Нет, усы. Хорошо. Усы — это важно. Так, новые какие-нибудь дубиночки появились. Оружие делится, как вы видите, что? По редкости. То есть есть обычное синее, mm-hmm, оно, видите, никак, оно отличается только... увеличивается? Не, синее, видишь, оно все одинаковое абсолютно. Как вот фиолетовое? Видел? Фиолетовое уже там будет больше урон, плюс добавляются вот какие-то... вот у него какие-то асфиксы, да, добавляются. Да, например, он добавляет, mm-hmm, яд. Я это выяснил просто практическим путем. Ну, игра тебе никак не подсказывает. Вот это моя фигнюшка. Она оглушает. Да, она оглушает. Да. То есть можно вот либо яд сделать, давай яд поставим. Что они слишком веселые, надо им коммунизму капельку дать. Вот, тут, соответственно, можно у стрелка есть вариант либо делать вот такое оружие, которое будет условно ближнего боя. Mm-hmm. Я вот пробовал с бомбами какое-то время чуть ходить. Не очень, но да, это он просто взрывает и своих в том числе. А, понятно. В общем, урон своим там, тоже там свое веселье. Оказалось, что у тебя мало ближнего боя, да, дальнего боя. Оказалось, что безумно эффективно ходить с луками. Вот, да, дальнего именно. Сейчас. А вот это что такое? Это, базуки. Это Но они, я так понимаю, что тоже наносят урон, скорее всего, своим. Да, они наносят урон своим и стреляют вообще по всему, что есть. 10.
Но это весело, можно вполне с ними... Походить. Нет, смотри, я так подозреваю, что вот эти вот все наносят урон своим, это которая синенькая, да, не наносит. Да, она не наносит, она, но она бьет только в одну цель какую-то. Mm-hmm. А вот эти бьют сразу по области. Ну, можно, кстати, попробовать. Человек хотя... тут написал, что ему понравилась Мафия 3, что с ним не так. Ничего страшного. Ну что, это да, как бы игра-то неплохая, просто ну, не просто, так... Ну, как бы да, к ней просто многие относятся, вспоминают первую, вторую часть, и поэтому третья им кажется очень плохой. Сейчас, я думаю, вот. Да, давай для ради эксперимента поставим вот эту новую пушечку. Чтобы уничтожать было... еще всех своих. Да. А тут у нас, кажется, ничего супер нового не появилось, ни что нужно было. А что вот обозначает то, что появляется над... А, ну тут какая есть механика? Ну. Почему важно иметь в отряде человека с булавой? Mm-hmm. Вот это у нас типа булавы. Потому что добавочный урон против тех, кто в шлемах. Mm-hmm. Обычными мечами шлемированных врагов бить довольно тяжело. Mm-hmm. Вот, это как бы тут отображается. Вот этот шанс на уклонение, тут у кого-то вот этот шанс Блок. Заблокировать щитом. Вот. Ну, в принципе, догадаться обо всем можно, если чуть-чуть творчески к этому подойти. Я знаешь, что предлагаю? Вот тут ты, кстати, можешь подключиться. Видишь, персонаж второй. F2. Ага. Выбирай сохранение. Можешь выбрать сохранение моей девушки, чтобы у тебя были ее персонажи. Или можешь новенькое. Он тебя подтянет к уровню сразу. Кстати, что очень-очень удобно. Да-да-да. Вот твой отряд. Точно так же можешь... У тебя, скорее всего, еще есть кто-то из пойманных. Подожди, вот это вот... Это Гораций. Да. Почему он похож на бабу? Ну, это вот тебе игра рандомная их так одел. Что происходит? Все О, нормально. Борода все. И усы норм вообще. Хорошо. Так, кстати, вот ты что? Можешь себе слот купить. У тебя есть вот 1900 бабок. Можешь купить себе еще одного бойца. А как мне это сделать? Вот сюда прийти и купить. О. Да. А, там можно, кстати, еще один купить. Я так нет, понимаю. Нет. Слушай, если ты сейчас соберешь себе отряд, мы можем пойти и на арене подраться. Как раз. Че? На арене? Да. Да не против друг друга, а против компа, например. Так, здесь сетка есть. А, я даже особо ничего поменять не могу, я так понимаю. Так, может его сделать дальнего боя? Это классное оружие, но я, пожалуй, откажусь. А как ему внешность-то поменять? Я не хочу, чтобы он был в юбке. Стой, надень ему это. О боже, да. О боги, кстати, он даже стал похож на тебя. Да, правда? Спасибо. Но с оружием, видишь, у тебя пока выбор не очень большой. Да. А почему я ему юбку-то поубрать не могу? Это не юбка, это штаны такие. Это юбка. Это килт. Ты посмотри на своего и на моего. А, ну так вот. Ну, так получилось. Ну, ему нравится, Вась. Ну, понятно, я так и думал, да. Ладно, я думаю, так пока и останется. Как нажать, что я готов? А, это тебе, кажется, отмена на би. Выходим, пошли. И-и. Вот тебе выдадут всякие мяться. Подарочки из-за того, что есть Castle Crashers. Классно. Из-за того, что есть Battle Blocks. Да. И мы пойдем в арену. Вот сюда вот. Тут такая система, вот эта яма, одна из основных мест, где вы будете проводить кучу времени. Во-первых, тут заработаешь кучу трофеев, кучу денег, а во-вторых, есть специальные здесь призы. Здесь можно еще и против людей поиграть. Да, это одна из основных фишек. Если ты сражаешься против компов, против людей, неважно, ты зарабатываешь турнирные очки, в конце недели подсчитывается у кого-то подожди, больше. Мы можем против друг друга, что ли, поиграть? Да. Хочешь? Но это, не, сейчас... он не дает. А это не здесь просто надо. Окей, ладно, пофиг. Ой. Что ты нажал, почему? На выход. Ладно, отмена. Короче, давай подеремся. Да. Это и не гораздо. Средний человек касается своего лица 18 тысяч раз в день. Народ, что лучше взять, Мафию 3 или Собак 2? Я бы собак. Взял Собак, да. Но это как бы на наше мнение. Сейчас, подожди, я... Сейчас, а, пока еще их тоже. РСТ! Кажется, мне хана. А вот этот кексик, это хиллер, да? Я не ошибаюсь? Да. У тебя сверху. Нет, я буду внизу ходить! Нет, нет, я... Так. Нет, я... Я буду сверху. Окей, я вот, соответственно, вот здесь пойду через низ. Так, вопрос, как у меня завершить ход, интересно. По-моему, на верхнюю, просто держи ее. Да. Так,
важный персонаж про чуваков. Вот теперь у меня поменялось оружие дальнего боя. Сейчас возьми мне спокойно вниз скинуть. Вот. Теперь принцип другой. Теперь мне нужно не через клетку, а в принципе я могу бить. Видите, мне показывает вот такая. А, уже доступно, да, типа. Куда он попадает. Но при этом очень важно, если вы не двигаетесь, то ты стреляешь дважды. Если ты двигаешься в бою, то как бы тут стреляй отсюда дважды. Да, я так и буду, видишь, он уже почти по всем тут попадает, кому нужно. Йо, просто. Неплохо так. Но он прям мало урона наносит, да. Я так смотрю. О! Что это за червяк? Червячок. Это я даже не знаю, я не встречался с таким. Видимо, тот, кого можно призвать. А что у меня появился за значок? Это вот этот, потому что он уклонился? Нет, это то, что у тебя шлем, он ударил тебя мечом. А мечами против шлемов довольно тупо. Я пойду вон чувака дальнего боя мочить. Так, хила я, пожалуй, где-нибудь тут оставлю. Так, а нет, я знаю, что я здесь сделаю иначе. Мой Горацио очень далеко ходит, поэтому пойду вот тут обходить. Баба у меня вот здесь, вот тут. Ты хочешь, ребят, ты еще раз скажите, пожалуйста, как игра называется? Музыка здесь отменная. Hit people. Hit people. А, Вась, ты своего стрелка ставишь прямо рядом к противнику. Нужен через клеточку. А это стрелок? Да. Я могу отменить это? Да. Нет, сейчас стрелок. Вот эти. А, это стрелок. Ну, у него же топоры. Он разве их метать может? Да. Это значит, сюда поставлю, окей. Так, ты здесь остаешься. Надо было еще одного воина, видимо, сюда привести, а то как-то не очень. Я сейчас своего приведу тогда, давай. Да, чтобы они к твоему как раз с этому. Вот с турельками не могли дойти. Продолжайте пытаться, мы близки. Победе, я так понимаю. Нет, это насмешка, типа, тоже. Да, бьете меня, типа, ну давайте пробуйте. Единорог! Он очень странно двигается, окей. Так. Что-то у них как-то. Так, давайте я пойду уничтожать тогда дальний бой. Давай. Так, а тебя вот оставлю. Вот блин, это. Вот в одиночку бороться. Да, смотри, единственное, что если я буду сейчас сюда стрелять, он будет бить по всему. Я вижу, да, вот эти вот восклицательные знаки означают, видимо, куда. Да, куда все пройти. Как-то карту отдалить. На среднюю кнопку нажми. Нет? На среднюю? По-моему, да. Ага. О, норм. Так, ты сюда. Так, я, наверное, вот хила своего здесь оставлю. Интересно, да, он твой, да, кстати, да. Хиляет, вот даже сюда немножко пойду. А все остальные пускай стоят на своих местах. Кстати, твой вот эта сетка, если ты его поставишь через клетку, опять же, он будет кидать сеть, которая будет людей стопорить. Вот здесь бомба от единорога упала, она взорвется очень ходу. Упс, то есть тебя тут надо за это бежать. Да. Я вот сейчас как раз сюда пройду. Так. Блин, а это мой заблокирован мужик. Обидно. Так, это. А, подожди. А, и здесь тоже от единорога. Блин. Сетку, говоришь, кидать будет, да, если, да, я его через клетку поставлю. Да. Видишь, у нее даже символ такой. Вот кажется, моей вот этой вот девушке с. Я пойду единорога еще мочить, пожалуй. Так, а вы все оставайтесь, я думаю, здесь же. Так. Видишь? Да, вижу, он теперь не будет. Мы его, думаю, там и добьем сейчас. Я надеюсь. А единороги, причем, довольно-таки тупорылые, если их ловить. Вот они взорвались. Потому что у них все случайно. В том плане, что они могут кинуть эту бомбу, могут вообще ничего не делать. Mm-hmm. Они на расслабоне на полном подходят. Я просто одного подвину, да и все. Надеюсь, никого не уничтожит. Привет, Лавр. Мистер Вулф, 689, вам тоже привет. Музыка прям забойная. Да. Слушай, их, по-моему, намного больше, чем
Дэнс. Это ничего страшного. Они стартовые. Mm-hmm. То есть мы их без... А, мы тут всех забороли? Здесь тоже надо передвигаться, видимо. Так, вот чувиху с... с головой, мне кажется, мы сейчас скоро заберут. Вполне возможно, ничего страшного. Все мы когда-нибудь... Ничего страшного, говорили они. Все будет хорошо, говорили они. Заметь, кстати, так. Вот здесь показывают вот эти типа дизлайки, это значит, что по ним урон плохо проходит. Mm-hmm. Вот от моего стрелка. У меня все. Все. А эти твои... А, ты... а нет. А, она лапнулась, замечательно. Много эротично двигается, пишется. Ну еще бы. Помните в XCOM'е, как в новеньком сделали? Скажите игру наподобие этой с русской локалкой. Слушай, я ничего не могу подсказать на эту тему. Друже, тут как бы очень много удовольствия есть, всяких шуточек и всего прочего, но да. Это можно и без этого прожить, на самом деле. То есть, если тебе нравится то, что ты здесь видишь, ну просто... Так ты, я так понимаю, твой будет стрелять вон по тому чуваку, который прям... Мой будет стрелять куда-то, куда он может. То есть, он будет фигачить и туда, и сюда. А, то есть, на желтые клетки все-таки можно вставать. Я просто вот, например, пошел бы и добил бы... Можно, вот просто, чувака. Ну, как бы есть небольшой риск, что ты получишь. Это нормально. Так, блин, а мы про единорога забыли, слушай. Да, точно. Вот я бы хотел бы когда-нибудь в жизни быть таким же веселым, как этот единорог. Хотя бы чуть-чуть. Хотя бы немного. Кажется, не такой веселый. А внизу, кстати, показывают вот информацию про жизнь персонажа, общую жизнь. Общую жизнь, да, команды, я так понимаю. Да. У меня четкое ощущение, что я сейчас смотрю своеобразную версию Баннер Саги. Что? Нет, тут очень-очень-очень-очень другая тактическая боевка. Он мне кого-то все-таки убили, да. Чувака, который кидал сетки. Да, ничего страшного. А, тут Нага сзади пришла. Я ее добью, скорее всего. Я туда своего главного отвел. Окей. Так, а Кексик может бить? Нет, он вообще не способен к насилию. А, у меня вот еще чувак остался. Куда бы его повезти-то? Пойду вот туда тогда. Сюда встану. А, не, у меня, кстати, чуваки при этом все равно первого левела. Для отлевела тут практически вообще ничего не зависит. Очень много зависит от уровня. Трипл килл, офигеть, это у тебя что ли? Ну, я убил здесь тысячу кого-то убил. Ну, видимо, да. Может, командный, кстати. Нифига себе его откинуло. И циклопы отличные. Они просто бомбические. Так, попробуй. В меня там прилетела бомба от единорога. Свалюй. Я пошел единорога мочить. Так, а сейчас я кем? А, вот им. А, у него улитка. Боже, он сейчас долго будет двигаться. И давай дальше. В игре есть хорошее руководство на русском языке, так что можно играть, не беспокоить за то, что чего ты не понимаешь, ибо геймплей. Да, я полностью поддерживаю. Бывают дни, когда нет ни одного стрима, выходные. В основном стримов нету. Но вот периодически смотри, тоже вот бывают. Вот тут еще чувак запрятался. А, дальний бой, да. Так, вот вы, мужчина, встаньте вот сюда. Вы, мужчина, отойдите вот сюда. А вы подойдите сюда. Так, встань вот так. Ты иди уже мочи вот этого дальнобойного чувака. Видите, очень похоже, что своих твой пушкарь лечит, если в них попадает. Это может быть функционалом вот этой пушки, но вообще такого раньше не бывало. Мы просто как-то не следили, кстати, за этим, да. Да, то есть он... Чё, их практически никого не осталось? Да. И всё. Ты идёшь свой. А вот еще один. Ага. Я думаю, я его добью сейчас. А кто у меня здесь еще остался? А, все, никого.
Слушай, это было просто, мне кажется. Я только одного своего потерял. Тут надо чем выживать как можно дольше. Это первая из трех. А, это первая волна? Боже, да. А я уже человек потерял. Так, они похиляются после этого хода? Чуть-чуть. То есть лучше хила тогда продвигать, чтобы он дальше боролся. Ну, ты сам еще знаешь о том, что хил себя сам немного убивает через лечение. Все тоже такое разное. Ты когда лечишь кого-то, ты сам, он кусками себя лечит, капкейк. Игра от Бегемот? Да. Ну, обожаю эти случаи, когда ты можешь взглянуть на экран и сразу понять, кто это. Ну да, рисовка одна, тем более из каждых игр все время что-то переносит. То есть вот из Battle Block Theater у Феди там... Да, башка. MVPP. Да, и тут можно посмотреть, игрок, да? Сколько урона, сколько протанковал, сколько вылечил. Эстебан у меня умер. У меня умер Эстебан, боже. Боже. Боже, как мы без Эстебана-то. Ну, отлично. Я продолжаю. Я все читаю книгу про гравитацию, никак не могу положить ее. Отложить ее. Ну, то есть, блин, на русском не сразу читать. Блин, вот эти... Нам хана. Не-не-не, ты не переживай так сильно. Я беру, соответственно, вот этот угол. Давай, я со своим постараюсь разбираться. Да, так. И вот так. Тут вот эти есть грёбные, что они будут... Взрываться при умирании? Нет, они переключают... ну, то есть они могут делать твоего чувака красным, что он как будто за противника. Он не бьет тебя сам, но твои собственные бойцы могут. Вот видишь, например... А с какой стороны? С России? С России. Так. Блин, вот если сейчас поставлю свой циклоп, и он долбанет по пипестрелле, я буду очень огорчен, так скажем. Так, а я пока вызову себе такси. Давай. Уже надо заканчивать, так понимаю. Да, у нас. Ну, у нас вообще стрима еще на 8 минут. Окей. Да? Ничего, я тогда дальше один продолжу, ничего страшного. Просто... О, он не по пипестреле, какой молодец. Так. Фух, они там отступают немножко. Заметь, что вот эти штуки джойдят маленьких монстриков. Я понял, да. И они причем еще ко мне бегут. Так что ты там плохо меня защищаешь и плохо со своей стороны разбираешься, понял? Нормально, я тебя защищаю и прекрасно я со своей стороны разбираюсь. Вообще не двигаться, что ли? Да, зачем? Они превратили мою девушку в свою. Это плохо. Так. Надо еще как-то сделать так, чтобы он не атаковал, типа, ее, я так понимаю. Да. Я вот решил, прорисковать. Надо мне типа, да. Вася, наоборот, с какой стороны? Надо отвечать из Москвы, да? Ей! Оп. Давай. Сейчас. Еще не мы. Дал ли кто-нибудь из вас Conan Exile? Если да, то играл ли? И если играл кто-нибудь, то расскажите, как оно интересно вообще. Если есть то, что показывали, а то по отзывам, похоже, плохо вышло. Слушайте, нам пока еще не предоставили игру, поэтому я ничего не могу сказать. У нас в редакции кто-то был, кажется. Кто-то вроде ждал. Я не уверен, что играли. Так, ну это, в принципе, все опять же устраивает. Мне хана. Ну ладно, ничего страшного. Федя только в радость, потому что ему сейчас на такси ехать по делам, поэтому... И для него это никаких проблем не составит. Ничего, я просто за Федю на сохранение продолжу подходить, поэтому все нормально будет. Да, я такой прихожу, а там сюжет пройден. Весь. О, даблкил, отлично. Ну это у тебя там, скорее всего, потому что у меня сейчас даблкил из меня сделают. Это вам тоже хана. Неплохо. Ну мне точно, Федя вот не уверен. Вот, мы тоже думали, что нам хана, когда боролись с британскими роботами, а нет. Так. Ей не хватает очков действия. Сюда двигайся.
ты тут оставайся. Короче, мы тут так и остаемся. Так, тут пойдем вот сюда. Ты вот сюда, ты остаешься где есть. Так, одну большую хрень мы съели. Так что, да, в принципе... осталась еще одна. А мелкие пропали, что ли, как только ее съели? А, я не успел заметить. Ох, ух, она лапнулась. Замечательно. Сейчас вот на следующий ход вот этого заберем. Улитчик? Да. А, нет, не улитчик. А, это летающий осьминог. Да. Так. Отряд. Ну, пока смотрите, еще все живы. Мне пока везет, что они все обуются. Хотя я смотрю тоже там. Ребятам хорошо. О боже, нет! Он пошел моего кексика молить. Надо кексика спасать. Сейчас я тебе помогу чуть-чуть. Да не, у меня вроде все нормально. Кексик. Кексик, уходи вот сюда, ты стой на месте. Бьет с такой надеждой. Ну нет. О, у меня никто не помер пока что. Друблюкс, просто игра вышла сложнее, чем люди хотели, ибо разрабы показывали геймплей с Азер дофига брони, а по факту от респа живому идти очень сложно. Но это, скорее всего, на старте, пока люди... Ну, типа, люди практически на респе вас хотят убить. Здесь три волны, я так понимаю, да? Да, но мне вот сейчас после этого нужно будет убегать прямо на космических скоростях. Ну, я попробую справиться в одиночку с двумя отрядами. Я знаю, что ты сможешь. Это будет тяжело. Сейчас вот этого разберем. Ей! Блин, ну кексик мало здоровья осталось. А он апается за счет того, что других хиляет или да. Нет? Да. Они там тебя пошли. Да, ничего страшного. Вот эти ребята меня вообще не любят. Сидис 50, здравствуйте, рада приветствовать вас в наших рядах подписчиков. Спасибо за подписку. Лайк тому, кто придумал такой формат игромании. Непривычно тут компанию видеть. Классная идея. Да мы стараемся компании, но у нас просто, к сожалению, очень все много... Занятые, все занятые. Ужасно. Да, и поэтому не часто получается поиграть вот совместно. Видите, Федя сегодня уже тоже убегает, как только появится возможность. Так, ты встань, а вот ты иди добей. Ты встань сюда, а ты... Блин, на одного я слишком много... Ты наверх не сможешь пойти валить в локтях? Думаешь, то есть мы этих разберем вообще без ну проблем. Ну давай, я просто хотел одну апнуть свою. Так, ты иди сюда. Да что ты будешь делать? Так, надо отменить всех. Так, ты сюда, ты сюда, ты сюда, ты сюда, а ты сюда. Все. Что здесь происходит? Битва. Отлично, как раз как ты хотел. Апнул, да. Ой, и кексик апнулся. Отлично, теперь мне нужно, чтобы мой кексик апнулся. Он, правда, уровень какого-то 30-го. Это будет не долго. Да. Там щит сработал у чувака. Замечательно. Так, иди. 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 И ты вот куда-нибудь... А, давай я тебе помогу немножко вот этого замочить. Вот так попробуем. Блин, он же засранец.
Мы почти добили этого, кстати, призывающего. Угу. Сейчас, кстати, выясним, умирают сразу все тварюшки или нет. Так, пойдем добьем вот этого. Блин, мой главный боец вырублен. Видите, страдочное мне... лицо. Ну... Мне еще одна осталась. Нет. Ну ты давай вот сюда тогда. Сдохни. Ей! Да, они умирают. Сейчас еще одного добьем. Замечательно. Там твои превращенные остались. Твой превращенный и два червяка. Да, сейчас быстренько их заберем. Так, я сейчас пойду тогда тебе помогать с этим со всем делом. Давай. Фух, инвертор, я так понял, это какая-то инди-игра, причем безумная немного. Что-то не знаю ничего по поводу инвертор. Инвертор. Детали какие-нибудь можешь накидать? Просто их так много. Универтор. Универтор? Универтор. Блин, что-то знакомое. Дисциплис 4. Очень похоже, да. Очень похоже. Так, мне теперь уйдет только от моего капкейка. Почему? Потому что он сейчас красненький, и ты по нему вмажешь... своей бобенцей, например, и он будет мертвый и грустный. Нет, он ударит. Вот так. Да, погнали. Блин, он дотянулся. Он у тебя практически живой, ты чего? Так будет с каждым капкейком. Понятно. Да. Так, ладно, ты тогда вставай сюда. А ты иди вот сюда. Я отменил стрелянное действие. Ладно. СВ 7, да. Это ника, не игра. Это в смысле отвечали. Все, мы забороли. Я отпускаю тебя. Друзья, мне нужно убегать, да. Я бы с удовольствием в Pit People еще погонял, тем более в такой хорошей компании, но надо бежать. Надо бежать, да, по работе, поэтому я тут остаюсь с вами, сейчас с вами еще немного поиграю. Вот. А Федор с Федором мы, к сожалению, прощаемся на сегодня и увидимся с ним только на следующей неделе. Да, но надеюсь, что мне удастся что-нибудь интересное вам привезти из Канады. Да. От Ubisoft. Да. Если у вас, кстати, какие-то будут сейчас в ходе еще полчаса стрима с Василием вопросы по Rainbow Six Siege, вот, напишите Васе в комментариях, он мне потом скажет. Я пытаюсь их достать из разработчиков. Да, да, обязательно. Давайте. Пока-пока. Ну, в смысле, с Федором пока, а я тут еще это с вами. Не переживайте. Так. Боже, это будет сложно. Типа, о боже, сразу двумя. Это очень сложно. Ну ладно, я надеюсь, я справлюсь. Канада, Ubisoft, ничего себе. Да, друзья, Федя у нас едет вот на турнир от Ubisoft. О боже, о боже. О мой бог. Сюда. Куда ж еще? Иди сюда. Вставай сюда. Ты вот сюда. А ты вот сюда. Так. С тобой закончили. Поехали с тобой. Да. Да. Вот так. Вот так. Нет, давайте вот им тогда сюда куда-нибудь ставим. Встанем. До них тоже не так быстро добрались. И я думаю, тоже закончим. О боже. Спокойного полета, да, я передам. Вася, ливай, да. Сливай, Федя. Угу. О боже, они меня окружают. Ну ладно, они вроде неплохо окружают. До дальнобойного чувака они не доходят. Сейчас главное кексику куда-нибудь ставить удобно. Упс. Так, кексик. Так, кексик, вставай вот сюда. Убегай с арены, кексик. Сюда, сюда. О, он замедлен. Кажется, ему сейчас придет первым.
окончания боя, но постараемся что-нибудь как-нибудь его нормально защитить. На шипы, я думаю, я вставать не буду. Эх, он замедлен. Что ж поделать-то? Ох, вот того вот надо уничтожать, насколько можно быстрее. Не таких подвинься тогда сюда. Заканчиваем ход. Ох. Василий сейчас в доку превратится. Кто-то как дома. Воу! Так, он апнулся, замечательно. А, нет, кексика, только не кексика. Дал бы пушкарям своим поваливать. Кстати, да, зря я, наверное. Ну, в одной команде у меня вообще нет пушкарей, а в той, да. То надо было, видимо, пушкарю дать просто пострелять. Так, кексик, кексик. Ну, боже, меня, кажется, зажали. Кексику даже убежать, блин, некуда. Ну, вставай сюда тогда. Ну, ты, ну, не знаю, оставайся на месте, что ли. Да, вставай, я говорю. На месте оставайся. Ты иди вон, вали грибочек, что ли, наверное. Сейчас, подождите, а тобой я могу? А, вот можно тогда сделать вот так. Тобой подойти сюда. Тобой остаться на месте. А тобой еще что-нибудь закрыть. Например, вот это место. Замечательно. Так. Пушкарь, защищай их. Ну, отойди, ладно, немножко назад. Ты отойди немножко назад. Так. Оу, кажется, нашей девушке с булавой придет конец. Оставайся на месте, а девушка с булавой отойди куда-нибудь подальше. Все? Отлично. Нашего циклопа превратили. Только это профи-игрок. Ты играешь за двоих, у тебя уровень прокачивается в два раза быстрее. Только профессиональный игрок. Хорошо, спасибо, папка. Буду знать. Никогда просто не слышал этот термин, к сожалению. О боже, что это было такое страшное? Так. Оставайся на месте. Прячься там. Закрывай тут. Да, меня что-то прям сильно зажали. Ну, ты передвигайся сюда. Так, с этим закончили. О, отлично, наш чувак вернулся. Беги! И ты беги. А ты не беги. И ты не беги. Вот как-то так, наверное. Здесь оставайся. Кексик? Я не могу управлять кексиком. А, он в защите. Идем дальше. Блин, надо червяка этого завалить. Какой-то фигней занимаюсь. Кажется, на этом мы закончим, мне кажется. Посмотрим, ладно. Так. Ну иди добей. Кексик, оставайся на месте, тебя там хорошо защищают. Ты, не знаю, подвинься вот сюда куда-нибудь. Тебе советую вот сюда просто бежать. Ты все равно дальний бой, поэтому тебе должно быть проще. Отлично. По-моему, еще одну барышню у нас завалили. А, нет, барышня еще жива. Так. Так, так, так. Кексик, беги. Пушкарь чуть-чуть назад. Ты иди добивай его. И... ты, я надеюсь, тоже его сможешь добить, да. Циклоп, а ты с ним сражайся. Отлично. Да, все.
Кто знает, что будут давать в плюсы PSN за февраль? По-моему, еще до сих пор неизвестно. Хотя у нас где-то уже попадалась информация. Не знаю, надо посмотреть. Да боже, хватит, хватит меня убивать. Тебя себе там лучник настреливает. Я тоже не отказался столько настреливать. Так. Кексик тоже беги куда-нибудь сюда. Ты их защищай отсюда. Так, ты оставайся на месте. Так, вот здесь у ребят вроде все хорошо. Можно подвинуться чуть поближе. Так, как бы нам дальше-то поступить тогда? Ну, тогда вот так. Эх, почти зомбака добили. Раксер, привет. О, кексик лапнулся. Замечательно. Гриб еще не добили. Боже. Дальнего боя много, ребят. Они неплохо так настреливают. Еще и отравляют. Или грибок отравляют. Видимо, гриб отравляют. Так. Давайте их поочередно все-таки разбирать. Так, оставайся на месте. А, ты тем более защищена. Так, ты беги сюда. Ты убивай вот этого. А ты вот этого. Пушкаря сейчас разнесут, видимо. Кексик, беги! Беги, кексик! Так, грибочек там еще живой остался. О боже, он опять восстал. Кто их поднимает-то? Мне это совершенно не нравится. Кексик, спасайся бегством. Йозеф, боже, Йозеф, ты настрадался очень много, мне кажется. О, пушкарь может сбежать. Но недалеко, конечно. Кексик, беги сюда, пока что. Медленно, но беги. Иди добивай. Ну и ты иди добивай, вдруг вам не хватит атаки. Ей, даблкил, замечательно. Осталось понять, кто из них призывает зомбаков. Пушкаря атакуют, боже. Фух. Смещайся сюда, ты иди. Это, хорс уничтожай. Ты вставай сюда. Иди куда-нибудь вот сюда. Кого-то еще из моей тимы, по-моему, убили. Да. Ты сюда. Ты сюда, а ты сюда. Воу! Кажется, у нас есть шанс на победу. Он мал, но он есть. Мне так кажется. Либо нас сейчас всех разберут. Очень быстро. Так, кексик. Еще один зомбак появился. А я так и не заметил, кто их призывает. Так. Эти тоже двоих забороли уже. Так, отлично. Йозеф апнулся. Это хорошо. У
Да, пушкаря замочили все-таки в итоге. Я надеюсь, что это последний уровень. Фух, так. А, еще одну девушку нашу завалили. О мой бог. Да, у моей команды совсем большие проблемы. Команда, которая с геймпада. Так, ты вставай так. Ты вставай вот так. Ты иди вот так. Ну, у Феди тоже уже мало осталось того. Даже не знаю, заборим, не заборим. Живи, живи. Нет, он сейчас не вышел, сейчас тоже добьют. Они встали на шипы, замечательно. Это очень хорошо выглядит, друг. Спасибо, очень приятно. Надеюсь, ты справишься вот так вот, добив их. Эх, 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 эх. Но он даже не дойдет, кексик, живи. Есть, зомбака добили вроде. Они все на шипы, что ли? Нет, они не на шипы. Они летающие, им пофиг на шипы. Ну да, да. Вообще вот нижними надо на самом деле сходить и добить всех атакующих. Я правильно понимаю, что он сначала станет туда, там побьет, а потом дойдет сюда и тут еще побьет? Или нет? Нет, у него скорее всего просто достаточно много очков действия. Так, все. Ты иди добей его. Ты встань сюда. Нет, это кексик. Неправильно. Кексик, отвернись. Кексик, вставай сюда. Эх, чуть-чуть не добили. Циклопы ихнего. Их циклопа. Объединить партии и завали кого-то. Вот одного. Ну, было бы неплохо, но по всему так не получится. Ага, кексика замочили. Боже. Так, а из этих у меня осталось только Йозеф, что ли? Видимо, да. А, нет, еще вот. Ей! Лапнулся. Йозеф, живи! Йозеф! Да. Мне кажется, у нас есть явные проблемы. Надо было вилилку валить, ну, видимо, да. Ей, еще минус один. Ну, 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 живи. Да. Надеюсь, что циклоп апнется, иначе ему тоже придет кранты. Эй, живи, 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 живи. Йозеф там еще держится. Замечательно. Так, стойте так. У вас пока так вроде получается неплохо. Нет, любой явно поиграет. О, отлично! Там кто, Йозеф апнулся? Ой, циклоп? Нет, не циклоп, да боже. Циклоп так не апнулся. Так, давайте аккуратненько к ним поочередно подходить. Хотя я на самом деле сначала бы просто завалил вот этого чувака. Я думал, он его все-таки добьет. Должен, по крайней мере. Так, а вы, ну, выдвигаетесь потихонечку, что поделать-то? Ей! Надо было Йозеф так поставить, чтобы он его добил.
Было бы весело играть с таким музыкальным сопровождением в Resident Evil 7. О, не знаю, я думаю, не очень весело. Хотя, кто знает, может быть, и весело бы было. Уже 40 минут идет сражение, да ладно, не 40. Боже, как Йозеф до сих пор, я не понимаю. Очень сильно везет. Иди мочи. Йо, просто мы выиграли, что ли? Офигеть. Офигеть. Не верю. Нет, тут нет. Фух, нет. А! Понятно. Советую тебе распрощаться в твоей жизни. Циклоп, правда, сюда не дойдет, ну да ладно. Да. Ей! Я надеюсь, что на этом все. Потому что следующий бой я уж точно не переживу. Так. Свифтли. Хейли. Замечательно. Так. 146, 157. Угу. Нифига себе он там защищал. Warms out 5, Warms out 1. Есть. Ну, тут каждому свое, я так понимаю, даю. Да. Да. Отлично. Здесь еще можно поменяться. Я думаю, этим не будем этим заниматься. Так, давайте это... Отменим как-то игрока 1. Что мне нужно сделать? Как мне его отменить? Нет? Не отключить джойстика как? Так. Вот, dropout. Да. Фух. Ну что, будем портить Федину сейв? Что поделать-то? Посмотрим, что нам тут навыпадало. Еще что-то. Медсестра. А это что такое? Не знаю, что это такое, ну ладно. Вот это вот просто замечательное, да, вот именно с этим, я думаю, мы и будем ходить. Так, почему у меня до сих пор что-то новое горит? Харатио. Горацио. Так, заяц, он, по-моему, в Battle Block театр был. Так, что еще здесь? Шлемазлы. Может, шлемы одеть? Или не нужно? Мне кажется, не на всех нужно одевать шлемы. Хотя они прикольные. Так. Угу. Ну, я думаю, не будем особо менять всему. Пускай тогда так и останется. Так. Ну-ка, что это такое? Story Mission. Часть 3. За 50 голды можно сюда пойти. Окей. Healing Camp. Отлично. Я же его взял? Нет, я не его взял. Вот, Resurrection. Нитро, да, я думаю, не буду брать нитро, зачем мне. Story Mode. Это, видимо, какие-то квесты, я так понимаю. Ну, думаю, что здесь что-то можно приобрести. Или просто звуки такие прекрасные. Ладно, пойдемте в Story Mode тогда. Да, Вася читер, год мотон, все дела, да. А поначалу матча так и не скажешь, что были шансы на победу. Да я вот тоже как-то не ожидал, что такое получится. Так, на пробел стрелять, я понял. О, сколько еды. Нет? Это просто, типа, оно так выглядит. Ну, окей. Монетки, 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 монетки. Вырубись. Так, Федя говорил, что это вроде как квест можно взять. 4 черепка. Нет. Я переживаю. 4 черепка. Давайте. Там, я помню, там нужно было кого-то куда-то отвезти. Я думаю, вот этот вот квест именно для меня. Отводить всех. Так. Discovering. Так, это что такое? 50% off. Ну-ка.
Нет, мы это не можем никак. Нет, не можем взаимодействовать с этим. Где-то в пустыне там был чувак, которого нужно было везти куда-то. Если я не ошибаюсь. Стулья. Замечательно. Да. О! Монетки, монетки, монетки. Монетки, это хорошо. Еще монетки. О, сундучок я вижу. Замечательно. А вот и чувак, которого нужно куда-то отвезти. Давайте сначала возьмем сундучок, а потом будем его отводить. Давай. Да, я готов. Ты потерялся, маленький мальчик? Маленький человек. Давай, мы можем найти на твое гнездо. Подожди, ты его запихнешь в свой вагон? Вагон? Да, он очень маленький, поэтому он там поместится. Ты понимаешь, мы должны все время, типа, находиться в окружении. Это, в общем, нас обучает. Боже, здесь достаточно сложный язык, да, английский. Я, пожалуй, простите, но буду пропускать. Воу. Опять назначила. Воу-воу-воу-воу-воу, это куда мы тут приехали? Прощайте, нет, ребят, я это... Отстаньте. Отстань, я говорю. Нет, 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 нет. Мужчинка, отстаньте от меня, пожалуйста. Я не хочу с вами сражаться. Так. Надеюсь, это не так уж и далеко. Ей, все. Отвезли его в гнездо. Он будет по нему скучать, Харли 2. Кто-то оставил нам тут немного припасов. Очень большое спасибо за это. Так. О, я вижу монетки. Замечательно. А, в этом замке мы можем взять еще один квест. Давайте посмотрим, что здесь за квест такой. Нести ему визит. Нет, не будем никому визит наносить. 4, это все-таки для нас тяжело. Он по основному сквозь тут сходить можно. Так. Интересно, вот это что за штуки, что они делают? Просто, видимо, предупреждающие. Или можно не пустить? Можно, но ничего не произойдет, я понял. Так, пойдемте по основному квесту. Монетки, 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 монетки. Еще монетки, монетки, монетки. А, мы можем вот по болоту ходить, я понял. Хорошо. Где-то хорошо. Зомбаки. Ненавижу зомбаков. Воу. Еще один магазинчик. Я не знаю, зачем я взял этот кемп. Может быть, он мне, конечно, поможет. О, вижу основной квест. Так, а вот вам, мужчина, придется поспать чутка. Я просто мимо вас прошел. Здорово, что за тема? Привет. Игра. Играем. Эта девушка выглядит очень знакомо. Она принцесса этого замка. О, боже, ты права. Давайте разрушим это здание. Что? Что? Мы в атаке. Мы атакованы. Ворота в защитное состояние. Ну, эти всех мочить. Чё, делов-то? Стой здесь. Сюда иди. Кексик здесь стой. Ты тоже вперед иди. Все. Будем в ворот потихоньку стрелять. По нам сейчас тоже будут атаковать. Боже, надо, наверное, убежать. Я так думаю. Я на это надеюсь. Так, ну давайте забарывать их всех, чего уж нет-то. Вот ими я, пожалуй, все-таки отойду, потому что не зря же здесь предупреждение, наверное. Ну, так сделаем. Да, не зря мы отошли. Мне кажется, вот этот лагерь надо уничтожить тоже. Я так думаю.
все время нужно перемещаться. Ну ладно. Здесь своих он тоже атакует. Ну давайте двигаться туда, что ли. Ты вставай сюда. Или нам все-таки в ворота нужно побыстрее разбить. А, вон она, эта пушка, которая стреляет. Отлично, он уничтожает свои же ворота таким образом. А, здесь вот внизу еще одна такая же. А-а-а. Так. Кексик, иди сюда. Ты иди сюда. Ты давай вот уничтожай ворота все-таки, а ты что стоишь, ничего не делаешь. Эх, не добил он своего. Ну да ладно. Думаю, мы и так справимся. Нет, не бей кексика. Не только не кексика. Промазал один раз, хорошо. Так, иди добивай. Иди добивай. Нет, подожди, вот ты иди, наверное, вот так вот даже встань. Ну, подвинься сюда. Или подвинься ближе. Кексик, ну вот куда-нибудь сюда встань, что ли. Так, все. Привет, Вейс. Отлично, сломали ворота. Там еще одни ворота есть, да ёпрсто. Я чувствую, мы тут долго будем. Туда-сюда бродить. Так, иди добей его. Ты иди тогда... В атаку, вставай сюда. Ты тоже двигайся вперед чуть-чуть. Где-нибудь вот здесь вот стой. Все. Ну, он потихонечку как раз разрушает этот палатку. Стрим арму вторую, да измод, посмотрим на тебя. Слушайте, арму вторую Дейзи я достаточно давно играл. Мне кажется, там особо на данный момент обновлений никаких не появилось. И смысла, если честно, стримить я особого не вижу сейчас. Вот. Как-нибудь, может быть, еще и постримим, если там какое-нибудь крупное обновление, например, выйдет или еще что-то. А сейчас, ну, не знаю. Популярность у игры пошла, стендалон можно было бы поиграть, тоже интересно. Да и почему, собственно, вот эта игра вам не нравится? Если вам не нравится, нравится многим другим. Не нужно говорить, что она плохая или что-то с ней не так. Игра очень даже хорошая. Если вам не нравятся игры такого плана, ну, что ж поделать? Я же стримлю не только для вас, Вадим. Ах, ну так вот. Не, только не кексика. Боже, зачем я кексика сюда привел? Надо его увезти подальше куда-нибудь еще. Так, на... иди ты ближе к этой штуке, а ты вообще иди мочи ее. А ты отступай куда-нибудь сюда. А ты тоже здесь вот стой. А ты иди вот их мочи. Вот так вот. Клевая игра, да? Вот Southside Saloon, например, нравится. Нет, нет. Так, отлично, лагерь мы уничтожили, поэтому за ним беспокоиться не стоит. Но лучника я бы все равно добил. Иди, уничтожай эту пушку. Ты подойди чуть поближе. Кексик, кексик, беги. Беги, кексик. Ты беги. Ты иди уничтожай его. Да, вот так. Владлен за про привет, да. Отличный склоп там относ. Пушку
у них тоже. А, лагерь там еще один. Сейчас там небось кто-нибудь треснет. Еще очередной лукарь. Так, уничтожай этого. А ты до того не дойдешь, что тоже иди помогай уничтожать, что уж. Отходите, отходите. Ладно, на лучника, я думаю, забьем. Если нам нужно будет его забить, то уж добьем. Еще достаточно много здоровья. Основная задача все-таки мечников завалить. А что если войти в пушку? Мне кажется, у нас нету такой возможности. Я попробую, конечно, но я думаю, это не имеет особого смысла. Да, мы не можем просто в нее зайти. Иди добивай. Вон где еще один лагерь. Боже. Бей его. Бей его. Дабл килл. Замечательно. У девушки явные проблемы. Здоровья совсем мало. Так, давайте нашего героя тогда туда отправим. Ты борись, ты стреляй, ты лечи. Ты вот лучника сначала, пожалуй, завали. Ты иди на подмогу ей. Отравление наложили. Катапульты и драконы тут наблюдались. Драконов не видел, катапульт пока что тоже. Но вот, как видите, лагеря здесь есть, замки здесь есть. Вполне возможно, что где-то шаттл здесь есть. Шаттл есть. Место для любого дракона. Получите и распишитесь. Так, ну... Наверное, продолжай стрелять. Ты, кексик, иди куда-нибудь вот поближе. Ты сюда. Сюда, а ты, девушка, отступай, наверное, пожалуй. Ближе к кексику, пускай он тебя там хиляет. Единороги точно есть, да. Продолжаем уничтожать. Ты вот подойди поближе, чтобы девушку похилять. Так. Ну, ладно. А им давайте пойдем вон лукаря мочить. Хотя девушка, кстати, тоже можно пойти вон лукаря мочить. Может, она даже сейчас апнется как раз. Да. Ну, да, по ей, видимо, еще далеко. Хватит. Лучник там еще со спины пришел. Зараз такой. Сейчас оттуда, я так понимаю, еще появятся чуваки, видимо. Так, кексик. Давай сюда. И ты иди тогда верхнюю уничтожай. Хапнулся этот. А, оба апнулись, замечательно. Кексик сейчас, что ли, стрелял поворотом? А, нет, этот стрелял. Еще появились двое, да боже. Да, лагеря, видимо, надо было в первую очередь идти уничтожать. А, нет, оказывается, все-таки можно в нее сесть. А я-то и не знал. Что-то я не подумал, да. Был неправ. Там, видимо, не хватало очков действий, чтобы дойти. Давайте двигайте вперед. Смещают сразу, убегают. А мы не будем разрушать ворота, мы их прям так уничтожим. Так. Ну, уничтожить нас их, конечно, не получится. Они, скорее всего, так и будут убегать. Но попытаться-то стоит. Почему бы и нет?
Зажали его тоже в угол. Ну ладно. Полигон спрашивает, а тут есть черные афроамериканцы? Да. Наверное, где-то есть. Хотя, кстати, при этом он один горит вроде как. Кексик, живи. Кексик. Замечательно. А, я не уничтожил там еще один лагерь. Боже. И лучника. Давайте сначала лучника уничтожим. Потом пойдем лагерь отвоевывать. Или нет, лагерь, наверное, чтобы больше не появлялось уж никого. Вот так будем стрелять. Кексик, иди сюда. Ёшка, возвращайся. Чувак, стой на месте. Убивай там лучника пока что. Ты ему, правда, немного урона наносишь, но все равно. Русский язык завезут? Не знаю, на данный момент нету, но это ранний доступ, вполне возможно, что через какое-то время появится. А, там сейчас еще один появится, боже. Так. Так их и будем вводить по всему, по всей карте. Так, давай... Нет. Куда-нибудь, я даже не знаю, куда. Лучше. Ну, так стрельни. Так, еще тебе ничего не назначили, а так вроде всем все назначили, да. Какашку он кинул, боже. Так, лучник там еще один появился. Я думаю, ничего страшного. Я бы тебе советовался самому похиляться, если честно. Потому что что-то как-то у тебя все не очень хорошо. Так, ты иди вон за лучником. А ты там убивай этого лучника. Да, судя по всему, правда, долго будет. Отлично, лагерь уничтожили. Замечательно. Эта штука, конечно, бесполезна. Вася, почему ты работаешь в двух должностях? Тебя за это не доплачивают? В каких двух должностях? Ну, за каждую свою должность я как бы отдельно работаю, выполняю свои обязанности и отдельно получаю. Вау, пушка работает. Да, да, да. Мне все-таки удалось с нее сесть. Да боже, они все время будут убегать. Надо все-таки идти ломать ворота. Ну, давайте тогда этим чуваком как раз и будем ворот ломать. Почему бы и нет. Так, ты отступай. Ты стреляй по воротам. Ты этого лучника бей, а ты того добивай. Double kill, yes! Замечательно. Ну все, сейчас на следующем ходу уничтожится. Наверное, но я, пожалуй, постою пока и погоняю этих ребят еще. Пока всю команду соберу. Лучник тем более еще не добитый. Надо собраться сейчас, и тогда уже ворота добью. Так, циклоп тоже иди сюда. Стой на месте, гоняй чуваков, двигайся ближе, добивай лучника. Да, а, у него шлем, поэтому так долго, надо было чувиху ему оставить, чтобы он лучника добивал. Так. Что, добьешь ты лучника или нет? А-а-а! Сколько ж ты еще лучник твалить?
Наконец-то добил. Боже. Привет, Фопикс. Ну, не знаю, этот квест пройду, дальше уже будем смотреть. Да, друзья, если что, у нас сегодня изменения в расписании. К сожалению, киномода не будет. Вот, я забыл вам просто совершенно об этом сказать. Вместо него, я думаю, может, поиграем в Overwatch тогда вместе с вами. Почему бы и нет, как говорится. Да кинь ты в лучник с пушки. Ну, блин, своего же поэта пофигарю. Кстати, да, что-то я совсем туплю. Никогда не любил стратегии, если честно. Поэтому у меня с ними все плохо. Ты можешь пушкой их разделить? Ну да. Он немного разделил их. Они в шаттл пытаются сейчас сбежать, видимо. Только не опять. Воу, битва на шаттле. Понятно. Это невозможно. Нет, все нормально. Мы можем взять этого парня. Это не то, что я имел в виду. Здесь их там немного. Всего лишь те трое, которые там остались. А где они? Что нам нужно? А, нам нужно шаттл уничтожить. Все, я понял. И, видимо, оттуда сейчас кто-нибудь вылезет, небось. Да. Такси, правда, теряет свое здоровье, когда хиляет кого-то. Воу. Что это? Так, идите сюда, я с вами сейчас разберусь. Стреляют они. Так, ты сюда, ты сюда, ты сюда. Подожди, ты можешь дальше, по-моему, пройти. Ну ладно, стой здесь, а ты тоже подойди поближе, а ты, по-моему, не достреливаешь. Что за игра Overwatch? Battle.net игра, Overwatch, шутер такой, вот. То ли живи. Да, ребят немножко заболели, то ли Сашей. Вот, поэтому сегодня будет. Ломать блогеров и дети против волшебника оказались непосильной задачей. Вот, кстати, да, я все забываю. Вот, то ли спросить, посмотрел он их, в итоге не посмотрел он их. Так. Отлично, откидывание сработало. Замечательно. Да у него тоже сработало откидывание. Ладно, пойдемте тогда лучников валить потихонечку. Кекси, прячься. И что ж такая медленная-то? Так, ты стой на месте. Дай пушкарю пострелять, да без проблем. Пускай стреляет, ему никто не мешает. Нет, нет, не кексю. Фух, не кексю, это хорошо. Так. Кекси, отходи. Ты подходи. Ты сюда куда-нибудь иди. Ты двигайся потихонечку. Идь. Что, правда? Сквак! О боже, он попугай? Почему он попугай? Хиляй их и живи. Блин, мы почти добили-то этого чувака. Так, ты его бей. Ты сюда иди. Ты иди помогай лучника добить. Кекся, прячься. Классами. Там не с классами, там просто разные персонажи. У каждого свои способности. Поэтому. Что,
что, все? Нужно было просто этого мужика завалить, а я там за лучниками зачем-то пошел разбираться. Ну ладно. You're quite good at barely scraping by, aren't you, my что это за существо, боже? Где-то я видел таких человечков. Castle Crashers. И в Battle Block Theater. Простите, я не успею просто это все перевести. Have we bonded? How precious? Pressure. Do you like Hansels? О боже, кто это? А, это, видимо, его ребенок. Боже, что происходит? Fine, starve. And what a curveball, Horatio. And speaking of curveballs, он выводит Горацио из себя просто. Shut up. And speaking of curveballs, I think it's time for you and your ragtag crew of flunkies to return to that worthless rock you call home and rot in uncomfortable despair for the rest of your days. Sayonara. Sayonara. Прощайте. Sayonara. Космический медведь, да. Sayonara is Japanese for go die. What do you know? Sayonara с японского прощай. Ты знаешь? Ты знаешь? Being evil is exhausting. I really should have eaten breakfast today. Well, perhaps you should have thought about that before you slapped it out of my hand. Ну, в общем, да, они там общаются. How are you guys breathing up here? I mean, I'm no scientist, but я не ученый, но как вы сюда добрались-то, ребята? Гнать наркоманские мультфильмы с канала на каждом своем. Сейчас будет смешно, если я реально Феди сейчас прошел всю сюжетку. Куча всего надавали, замечательно. Да, я прошел всю сюжетку, Федя. В общем, да, на этом вся сюжетка, которая доступна в раннем доступе, заканчивается, друзья. Но типа можно до сих пор воспользоваться баталиями и пит, ну то есть расщелиной, или как это, ямой для локального, для локального и онлайн мультиплеера. Исследуйте мир и возьмите бонусные квесты. Понятно? Сюжет на этом закончен. Ладно, друзья, думаю, на Speed People на этом на сегодня все. А потом скоро увидимся. Далеко не уходите. Всем пока и до скорого.